Всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком интересном расширении, которое вам поможет сократить ссылку на любом сайте. Давайте все-таки я вам продемонстрирую, как оно работает. Нажимаем на вот эту ссылочку и устанавливаем данное расширение. Я его уже установил. Сейчас его включу. Вот оно у меня находится. Как вы можете видеть, уже версия какая показывается, то есть последняя, так что у меня все в порядке. И как вы можете видеть, нажимаем, и вот оно генерирует случайным образом ссылочку. Мы ее, конечно же, сохраним. Ну, и вот сюда, например, вставим. Чтобы показать, что все работает честно. Я также вот сюда покажу. Вот и здесь также сгенерируем. И нажимаем, смотрите, проверяем. Как мы можем видеть, легко открылось. И также здесь давайте раз и два. Про данное расширение много говорить смысла нету никакого, потому что у него нагрузочная масса очень легкая. Также он очень удобен в использовании. В чем? То, что у него ссылочки по сравнению с другими сокращателями ссылок достаточно длинные. Также, давайте покажу все-таки, вот сюда еще перейду, покажу, вот, кратенько, видите, написано. Так, вот она. Как вы можете видеть, очень короткие ссылки по сравнению с другими сокращателями ссылок. Я сколько раз не сокращал ссылки, они у меня получались какими-то громоздкими, понимаете? Возьмешь какую-то огромную ссылку и практически такую же огромную ссылку только наполовину получаешь. А здесь, как вы можете видеть, какая бы огромная ссылка ни была, она ее сокращает до стандартных размеров, своих именно. И смотрите, в чем такой еще фишечка данного расширения. В том, что она присваивает ссылку, не создает миллион копий одной ссылки, а если вы нажали на нее создать ссылочку, то она ее запоминает навсегда. Вот так. И сколько бы раз вы не обновляли страницу и не заходили на эту страницу с этого компьютера и с этим расширением, она будет всегда показывать вот эту ссылку. Ну, конечно, если вы ее не отключите, там как-то не сбросите, то по стандарту должно показывать все нормально. Ну, в целом, я больше не вижу смысла рассказывать о данном расширении, потому что оно дальше рассказывает само за себя, какое оно хорошее. Я только вам могу посоветовать, пользуйтесь, если вы хотите. Но не забудьте поставить, пожалуйста, лайк. Это несложно. И нажмите на красную кнопочку. Для меня это будет очень сильно приятно. И всем спасибо за просмотр. Будьте все счастливыми. Удачи! Пока!